конкретный адрес, квартиру и просто бьешь ему ебало и все. Как он назывался? Не свиш? Не свиш. Не, я просто до этого... Мне выдал несвишский замок Беларуси. Я до этого музыку для Миксфайта искал, которую этот Рос какую-то линковал. Я думал, что это музыка для Миксфайта. Включи гащи, Миксфайт. Ой, блядь. Где это вообще находится, месяц? А что, я единственный, кто в 4-8? Сейчас, я напишу Ереван. Зорки, смотри мой гир. Смотри, этот Гудык, я в Смоленске, хочешь приезжать? Иди сюда, где ты, подойди. Дай мне на 100 один, слышишь? Я тебе не дам ничего, блядь. Ты ненадежный человек. Да, коробка прогрузил, все. Понятно. Зорки, ты что, ночной эль? Да. Так ночной эльф не дамажит. Ну, блин, да дай ты, блядь. Что тебе дать год, блядь, что хочешь? Сейчас так пойдем, и все. Да, вот. Типа, ну нету и нету, херсим, пойдем так уже, да. В таком составе. Что за замечательные пуги, которые, блядь, пиздует в рейд без проходки. Просто, как я понял, некоторые враг 10 не могут там и врага убить. Пишите в скобочках с проходкой, блядь. О, богатый чел. Да, кстати, первый босс сложный, на самом деле. Невер, да, ЛК-ш там стоит. У меня нет. Так, господи. БК-ш на тебе не дам. Да мне ЛК-ш. Я говорю, у меня нет ЛК-шных. Ты че все такие нищие? А эй, ты че без фласки, блядь? Потому что я только зашел. До света тебе присылаю. Ну вы, конечно, вот это гильдия, блядь. Гудзик, слетай, пойди, этот, блядь, классик. Купи, пацана, вот ты всех берешь теперь, блядь, купи стак себе, приедь, раздай, блядь. Нифига себе, блядь. Я хотя бы БКшный фласок просто. Хотя бы БКшный, блядь. Так, надо купить припоты два. А чё два именно? На Джараксус. Минут. И всякие ноги есть? 2-4. У меня 0-4. Ну, так сейчас будем с тобой по ДПС валяться. Ну, да. Похоже, на РТ в танке. А, паладин, у вас у кого-нибудь есть этот? Кто у нас один паладин, это воет? А, ну да. А, Хардигар. А, подожди, еще Хардигар. Вот да. Да, а паладин, у тебя есть танк? Покажи, пожалуйста, его. Да, хотя бы... Да не, просто шмот просто одень пока. Пойдет. Отлично, будешь танком у нас ОТ-шкой. Ну, хороший, я бы так это, ну, не погорячился бы называть. Но вполне приличный. Да-да-да, ОТ-шка неплохо.
давайте еще пару минут подобираем и так пойдем, если нет. А что у нас пристанет? Не понимаю. Кого хочет, что давай роль? Ну, только на один спик. Роль на ретрика, значит. Зорка, ты можешь на лысо подстричься? Ну, стрижку сделать. Эльфийки? Да. Ты извращенец? Ты буду скажешь что-нибудь интересное про Сирус, блядь? Кто там дамажит? Кстати, да. Кто не дамажит, это что ты завалился, блядь, сидишь молчишь, блядь. Что-то без урона говорил. А кто тебя интересует? Ну, магик, аркана сколько дающихся. 4, маги 4. Не дамажит. Вообще? Обычно. Да. Ага, фрасты же дают 9000 монетки. Да, фрост вообще, блядь, на ивенте 11к дает. На чем? На ивенте. Да нахуя, на ивенте я 14 дам. Ивенте, я на ивенте, на 14 даю. Что? 14 на ивенте даю. Нормальный ты тип. Да нет, там, если маг в Т4, на ивенте там, блядь, 30 даст, там же и моба. Ну так, блядь, это бурст, блядь. А, там и сколько у него хп? 30 тысяч там нет моба. Миллион. Логи надо смотреть. По-моему, где-то там тысяч, наверное, 60 у Гудлика было. Нет, 60 не было. На лич кинги на офи? Ну это с Наполо. А без Наполо там 50. 25. На припаче катаклизма там дохуя было. Хан 26 дает. Какая проходка нужна? Иг десятка. Фул, хан 26, фармаг 25. Да, фул. Спасибо. Ну да, там по 30-х, наверное, да. Там же баф еще был, этот, вот, 30%. Викинроки, готовься. Исполинку, дайр, пару. Исполинку, дайр. Просто вольтами, да, он. А, вижу, все, кричат. Будет ли причина, Павли? Так, ты где, блин? Вот он, да, сейчас без трех слогов начнем просто, да и все. Тут что здесь ждать? Смотри на мой пояс и на свой. Ну я в РБК выйду, блядь. Сади, ты выйду. Ты что, дурак, ты у меня бис свой пояс, блядь. Тебя? Стрикун толстый, огромный. Ты не танчил. Интересно. Хорошо живем. Кару, давай, заходи просто наверх. Ты куда пропал? А я вон там слева стену близко. А, все, вижу. Давайте, я рыбку ставлю. Короче, тогда, ну, раз тактика нужна, значит тактика будет. Первый босс. Выходит парень. Половину конь, половину нет. Кидает дотки, стаки, блиды на танк. Видишь, на себе три стака меняешься.
Танчишь ты и танчит Исполин. Исполин у нас будет квадратиком, Т-шка, паладин у нас будет... Что у нас он будет? Будет печенькой. Рыбку кушаем, ребафаемся. Дальше появится... Сейчас я бота замучу. Дальше будут у нас червяки. Первый из них вылезет красный. Ты красного возьмешь. Вот здесь вот он появится в квадратике. И ты его отведешь вот сюда. Повернешь лицом к стенке и будешь его там танчить. В это время вылезет другой, и мы в него все будем играть. Я на твоего поставлю метку, как раз тогда, наверное, что-нибудь. Какой-нибудь квадратик поставлю. Поводим ты его и будешь танчить. Лицо смотри, да. На тебя повешается дебаф. Весь рейд тебе подойдет, разморозится. Ну, дальше там это по ситуации мы уж справимся. Давайте, арчек на готовность. Ну, и... Дайте я лепол кулак поругаю. Прикиньте. Что, у нас один пал, что ли? Два. Дебаф. Дис, да. Сейчас. Кстати, чего-то не хватает, по-моему. А булы не хватает? Конечно. Да. А у нас нет... Невервара твоего не хватает. У нас нет приста. У нас нет совы. Сова у нас есть. Ну, пиздец. Приста нету, это хреново совсем. Меткость есть, крит есть, как бы, но... МП5 нету только, но потерпим. Перетяни его. Ладно, давай я его перетяну. А кто меткость дает? Нихера себе. Или ШП. Ну, так, привет, Сова. Я надеюсь, что ты с тактикой знаком. Я сейчас еще один арчек даю, да, мы пуляем. Босс танчится в центре, квадратик танчит первый, рейндж держим, снобльдов под босса сносим. Добро пожаловать, герои! Тут Пеп, ты нажал, молодец. Кулак. Дайте кулак по вот этому шаману. Точно. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Шкаф достаточно. Шкаф, да. Литл, не ходи. Смони уже. Призыв начат, ждите ответа. Кто такой быстрый, ребят? Я. Что это за быстрые руки на Диком Западе? Комнат руки. Я понимаю, там это... Они присумонят. Вспышка чародейская. Ну, не присумонят, значит, не присумонят. На Исполина на полы пошли. Дамажем. Со зрением, или у нас это фейп всех в 10 раз обгоняет по ДПС? Да. Что это такое фейп? Давай ты подождешь. А прохильте сову, почему он на ОХП стоит у нас? Ну, он в огне стоял просто. А, бывает. Шкаф жить не запретишь. Фаер ванны. Наверное, ты как что-нибудь скажешь? Нормально, прям. На уровне полуналгония. Бля, это полуналгония реально пиздатый. Чё-то, блядь. А чё вы с этими... Ну, я
Сова. Сова, Минизона, подойди. Да, сова. А, мы ему 10 ну, дали, а, дали. Дали, сюда. Дали, дали, я его же закинул сюда. Прямо в миле. Прямо в миле зону. Вот там, где все руками машут. Ну, там, под ноги, задние ноги. Сон Рейва. Вот под хвостиком установишься и себя снимут отлично. Моба, да. Так, объясни, не жди. Подойди. Да он наглый. А я это... тебе не домашу, если я подойду. От меня профита нету, тогда. Град стрел будешь давать. А меня прохерят просто и так. Я и так ловушки ставлю. У тебя ловушка криво все работает. А. Нет, я ее снобультом активирую. Сука, бузер. Да. Блять, этот трап это слишком абьюзная хуйня, блять, слишком много дамажит. ДПС из ниоткуда появляется. Да. То я когда увидел, сколько Синкей дает просто в своем шмоте, я удивился слишком сильно. Так, Испанин, это не твоя. Так, паладин, забирай вот эту, отводи ее. Щитам, все правильно. Будет не отличается. Геру дали фул ДПС боссом. Раньше между собой РТД держим. Не сбивал этот метку. Да, мне нету ГКД на этом. А как будет обязательно. Все, все побежали, разморозились. Павел, уже выведи ее. Просто вдоль стены поведи и все. Да-да, подальше-подальше, отводи ее так, чтобы это, ну, комфортно было. Смотри. РДД. Вот к паладину подбежали все. Всех паладину подбежали. Паладин, пройдись по рейту, зайди в центр. И в танка забил. Главное, в танка забил. А вы убили, да, Мьюху? Нет-нет-нет, я на тебя напуливаю. Это я в зеленке. Роги на пулы тоже отдали. Так, танка стоим, прохиливаем. Нейла расколот дал, Невер притворился. Там на Испании. Я наплывал. А мы уже под танком. Я череду в лужу. На макс рейндж, на макс рейндж. Мелики, лучше уйди, другую бейте. Мелики, идите бейте, да другую, чего вы стоите там не. Сова, не... А. Сова оверхильте, он сейчас танка разморозит. Дубовый прожми только. Так, кару оверхил. Все отлично. Танк, выводи ее оттуда. Ну, конечно, без ДПС сойдем, ну ладно. Угодь, Юрий, четвертая патча. Пятая патча. Пиздок бил. Пал, разморозь. Быстрее. Ну, спасибо. Все, отверни от рейда. Отверни к стеночке. А, сейчас он заберет, спалим. Еще дальше проведи. А, нормально. Все, Исполина, ты готовься сейчас к раунду с ледяным ревом. Да, рев без обидно. Кстати, Зорки, напиши магу, пойдет он или нет со второго босса, потому что мы уже первого добиваем. Я написал, снова. Хорошо. Слушай, ну из-за того, что мы пару пугарейдов провели, нас типа хотя бы узнают теперь на улице. Зачем надо? На районе. Да нет, да просто... Под радарами. Вот и хорошо было. Да, слушай, типа до этого я просто там слушал, типа какие-то там гильдии вообще, которые ни разу не видел, не слышал. Типа Быстрые Ветра, топ-гильдия Альянса. Ну так может того... они тоже проходили все, они. И типа, тоже никого да... не брали. Нет, у них прогресса вообще нету, как бы. А, вот води. Гильдия Альянса, ТСПК.
Не, респокер, конечно. Там колют. Что Родзин шаман и сироцек щити. А, ледяная корона. Да, посол не вот там попробуй вдруг соу пустит зайти. Фиш шмот даст. А, может, кстати, да. Ну даст, да, если. Ну, вряд ли, но попытаемся. Не-не-не, дает. Просто не засчитывается этот босс, типа, ну, в убийство. Но шмот с него идет. Ну, шмот самое главное. Так, а давайте мы по 4 альянса чуть-чуть передвинемся, чтобы по полкарты не бегать. 217-й маг, да? Да психарь по а вообще все. У него проходка есть у меня? Лакрим. От лакримы, от черепка отходим. Зорки, что там у тебя, по сколько косты бьют? Я... Ой, блядь, косты, говори. Я череду, блядь, лужу дал. Я череду лужу дал и умер, блядь. У локов тут по 50 тысяч бьет в этой херне. Ну, под змеёй лежала лужа, блядь, я давно череду, нахуй. Так кош надо нажимать, блядь, череду. Так кош я дал, когда он блюанул зеленую, чтобы снять. Короче, все, все карты не под тебя легли. Нет, они нормально легли, просто, блядь, я лужу. Ну, я нажал череду, появилась лужа. Череда же несколько секунд, там 2 секунды тикает. Вот у меня тикнуло, блядь, 2 раза. И... Блядь, хоть самому трапденсеру себе делай, посмотри просто на этот, блядь, урон. У кого у совы урон? Ловушка, блядь. Просто 500к, блядь. Ну да, трэп-денсер, имба, просто тяжелее играть, чем на мне. Да блин, ничего особо сложного там нету. Типа, ну, раз там надо подходить в мили. О, как трудно. Ну, кайф. На ММ там чисто бля, 2 кнопки жми. Спасибо, Гудлик, молодец, хорошо играешь. У меня зависит игра, я... Да, понятно. Ну это ГП. На какой? На лока причем. На лока разошлись, а. R1, типа. 14 ДПС. Да я серьезно говорю, я в центре стоял, не знаю. Да у тебя 14 ДПС просто. Да нет, я видел, ну, как да. Ты в центре бежал, ты прям на меня бежал такой просто с разгона прям. Так у меня вот было написано в ДБ именно вас, и просто зависит. Да, да, да. ДБМ, ой-ой-ой. Да блин, а вы что, издеваетесь? Нет, никто не умер. Я видел тебя. Жалко. А кто подборку ставил? Впервые в подборках вижу Эспинозу. Да я просто нормальные подборки, типа, врубаю. Типа, я до этого пытался включить музыку для миксфайта, которая понравилась Донту. Ты надоел уже с миксфайтами, реально. Так это не я этот тренд начал, это начал Рос. Блять, да ты ему убирайте, типа, видите, в них багается. Это, а что за прикол? Что за флешмоб, ребят? Ну, давайте. Да за тотем. Может, убьем этого босса все-таки? А как эта группа называется? Лиамас, по-моему. Да, зачем они нужны? Да, нормальный мир. Напишите, кто в чат как называют. Я вообще предлагаю... Лиамас, Пиноз. Я предлагаю, чтобы, короче, били только танк, 3 ДД и 1 хил. Все, остальные отойдите в другую сторону. Не участвуйте в процессе. Ура, врезался в стену. И у меня гарга на него идет, такая бича сейчас идет по бедам. Прямо больше 3 минут бьем этого босса, вы понимаете? Именно рёва. Это вообще ужас. На Жраксу все будет пизда, конечно. Да слушай, чё пизда? Две сакры есть. 4 дроида есть. Ой, 3 дроида. У локов сколько? Там же бан проходит, по идее, не ж... Нет. Нет.
А, подожди, а что, проходит контроль, что ли, только? Или контроль тоже уже ничего? Не прошел? Да, они пофиксили, в скобочках сломали. Охуенно, блядь. Да тут теперь можно ДПС на локу. Дебил ебаный, блядь. Не, ну а что, не да так, что ли? Чувствую, типа взять механику вообще, типа... Ой-ой-ой. Я поменял. Типа взять механику с одного этого, перекинуть на другой, типа, ну, типа, камон. Надо плащ вот за роли. Ну, кстати, дом тебе кераса подойдет. Или ты уже крафтовую сделал? Не, мне крафтовую нужно. Мне это не надо. Это типа то же самое, как, типа, вот, знаешь, там, зайти на тот же самый вот ИК, типа, говорит, смотрите, это неправильно работает, сбрасываешь, как, не знаю, какой-нибудь Алоды онлайн, типа босса, типа, говорите, вот это должно работать вот так. И такие админы Сириуса, в целом, да. Типа, мы проверили на источниках. А я про тебя совсем забыл, блин. Ой, извини, пожалуйста. Ну, на тебя там ничего не выпало. Пошел на солодами, но ты вспомнил, блядь. Так, а как бы тут что? Друид. А ты не забрал паролу, да? Так, в смысле, мы ролим по спеку, ребят. Что вы ролите? Лок. Я сижу, музычку слушаю, чили. Конечно, закопал вас. Да, репахните или пугайте, пожалуйста. Сейчас тригл пойдет. А, Ок, у меня к тебе такой вопрос. Тебе этот патч вообще нужен? Потому что, ну, на самом деле он... Какой так себе, крайне так себе на тебя. Ну, через дух. Ну, да. Я по правилам сервиса, который, ну, весьма такие, так себе. Я тебе, конечно, его отдал, но лучше какому-нибудь друиду. Да, 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 лучше какому-нибудь друиду отдать это просто. Да в том-то и дело, я просто бан не хочу ловить за это все. Я поэтому пугов не люблю забирать, потому что на сервисе такие кривые правила на ролл. Что если он его может одеть, он его может ролить. Ну, что, как бы бред. Я могу на силу атаки рулить. Был у меня такой паладин в Коржане. Потому что я его могу одеть, ну, совсем бред. Пытался меня забанить, сказал я тебе, я на форуме на тебя напишу, что ты мне шутку не отдал камеру. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Ну, короче, ладно. Ну, нужно, значит, нужно. Флаг тебе в руки. Я запустил, да. У нас тут еще целая минута есть. Да, это оружие. Ну, 7к ДПС. Да, естественно. Что у него лучше? Я... Давай 3-5 не парься себе, забрал уже. Конечно, ну, типа, что мы за пост сейчас здесь будем париться? Ну, если... Мы за ЕПшкой идем. Не знаю, за Брига иду, которую не полутает. Я тоже иду за Брига. Которую я заберу, ребят, вы чё? Мы же все знаем, что ты отдашь. А за три не иду танковской, мне пофиг. Ну,
Подожди, а сколько у меня там приора-то сейчас? У тебя меньше, чем у меня. Это самое главное. Блять. А кто будет? А, так, кто? Тут в два танка исполин. Ты держишь босса и забирай на себя все, что пытаешься, все, что можешь. У нас есть 18 секунд. Все, что есть, все заливаем. И герм выдаем под мобов. Блять, мне ДБМ не работает. Скажешь, когда там будет 2 секунды? А, ладно, тут текст будет. Все нормально, тут текст будет. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Что же залагает? Блять, какие-то... Миллион всего прилетело. Так, а кто там у нас? Ой, боже мой, ну... А, Кару, ну-ка подними его, что ли. Не, Кару, ты далеко не поднимай. Дамажишь. Карас, ты недалеко. Наверх побежал. Ну куда ты бежишь в меня, карась? Вот прохилить можно. Ой, ты не бесишь. Нет. Сейчас мы быстро уходим, сразу от него играем. Пошли. А, сокру. Войд. Там в мелизоне еще один удар. Одного добили. В мелизоне вот этого добиваем. Слушай, не так все плохо, на самом деле. Это вообще неплохо. Так мы в 5 хилов идем, блин. Мы обычно в 3 проходим. А, ну ладно. Слушай, так может просто добавлять хила одного и все, чтобы у нас тоже не было. Ну хотя, слушай, проблем нет. Там у нас в первом рейде, по-моему, никто и не умер. Так извините, там Карнес, там идеальный. Только в первом рейде. Да, там это, там сейчас еще неутомимый вернется. Его после ульту радиус за пару кд. Неутомимая частично с Каражана одета, она у нас статика была в начале. Ой, так это нормально. А прохильте, да, так. Отлично. Исполин, собери вот этих. По один, тогда подведи его. Мунчик, готовься к бежать. Мунчик, смотри, беги осторожно. Ой, Невер, хорошо. Он бы там умер бы в этой уже. Блять. На Оню, да давайте уж, ну тогда на все сходим. Да, сегодня пуфит падает. А Зорки, они так себе там? Ну у меня нихуя нет. 45-й все равно. Ну, согласен. За неимением парк имею дворник. Блять, собираешь же, блять, просто рейд какой-то чел тебе, блять, советы дает, типа, уберите анролы, людям сферы нужны. Иначе никто плюсовать не будет. А, мне тоже писали. Не, я помню, да, Ой, а это вы меня заговорили, давайте в мобов играем, офнули вход. Кстати, прикол такой, что от инферного в гиена кошек ложится. А чё бы она не... Это ж магия. Ну, и чё? Да, кошек всю магию, типа. Нет? Ну, она не сбивается кошем или что-то? Ну, типа урон получаешь от уешки. Та-та, хаса. Пиши баг-репорт. Есть мана на БР? Дай БР этого Вакрима.
Мне кажется, там трапой накрутил. Так естественно. Ой, я знаю, почему у меня ДПС нет. Слезываешь. Ну, типа того. А я с магикой демонов выслеживаю. Не, я просто выслеживал рыбу на магике, поэтому у меня все плохо. Главное, что не выслеживал. Было бы еще хуже. Да добьем тут 300 тысяч осталось. Дон, там ребята интересуются трофеи, как, когда ролик. Трофеи порвал просто. Ну, имеется в виду, когда, там кто-то спрашивал. Так это не ролик разве еще? Не знаю. По-моему, ролик. Нет, не ролил, не ролил. Давайте вот это вот мы сейчас сразу разролим. Утешение побольше. Начну ходить холепалом, ходите, что мне падать будет. О! А почему же Холи Пол и эти штаны? Ты про эти. 84 хосты, крита, 2 сокета. Красиво. Ну да. Это мышка будет, блядь. Дайте рыбку. Друид тут можно встать сразу. После волка поставил. В следующем бою вы встретитесь с нажал на кнопочку, давайте это, ну, вот. По орду не будем, или если там сейчас появятся ребята. Зорки не дамажит. Не прыгайте. Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Слушай, а у меня еще ДК, оказывается, ДПС дает. Немного, но дает. А кто это говорит? Ну, у тебя кровавая чума и озноб на втором и третьем месте. Ну да, накрутил. На танка. И не подходить к нему, чтобы не спулил. Знаешь? Знаешь, почему у меня чума на втором месте? Чё, ДПС в жопе. 4-Т9. Она критует. Так я мобу вбил. Да. Зачем ты мобу? Так. Ой, как они убого стоят, конечно. Ну, ладно. Ну, ты слабый, конечно. У нас треугольник, у нас прист хил, что ли, еще один, ну да. И звездочка это хилы. Мы поиграем в черепок. Первый гриб это у нас дайер, потом лос. Исполин, ты уже все правильно встал. Вот, через вспышку его просто хил. Попробуй забрать на себя какого-нибудь чернокнижника хотя бы на первое время. И ДКшку. Ну, ДКшку главное удержать. Мы в черепочек сыграем, потом в крестик. После крестика уж по ситуации будем либо мага, либо лок. Нео, на тебе... Кто на тебе будет? Давай на тебе будет маг. Да это мягко, на тебе будет лок. 3 минуты до Гера. Вот, а, ваш. Спехнуться в ДД, да, лучше. Каро. По тебе циклоны, по роке, если он к нам пойдет, и руты. А Мунчик, по тебе то же самое, вара, если он к нас пойдет. Ну, а вар-то точно у нас пойдет. Циклон, руты, руты, циклон и так далее. Невер с нас ловушки, катки. Играем под Кера и вружку. Первый гриппает дайр, с него гриппает лос, мы стоим на месте. Ну, если что, Гудлик еще поможет. Да, если что, Гудлик. Гера 2 минуты еще. Так ну, давайте на Рос, давай, Фурос, Гуспи, Дон, давай отсюда, прям с деревяшки, чтобы
чтобы даже туда не выходил Тор. На всякий случай, ребят, не ауешим, не сбиваем контроля. А вар без метки, ну давай я вару дам метку. А что у меня осталось? У меня квадратик, если не нет. Держим. Согласен. Ну, я могу еще, и Нейвер может еще. А Валк разве может? Сейчас 40 секунд. Грипну любого моба за 100 рублей. Можешь не грипать за 100 гп на лока. За 100 рублей белорусских грипнул любого. А 100 рублей белорусских, то есть сколько, 16? 50 долларов. Нихуя себе живете в этом Беларуси. Это вся зарплата Гудлика за месяц. Ну тогда да, тогда понятно. Литл, сколько ЗП? Сто рублей. Как ты в столице ЗП получаешь меньше, чем я в деревне? Ну чё? Ну ладно, 105. 105 долларов? Мажор. Чё-то это мало как-то. Да он шутит, ты чё? Думаю, что они бастуют, блин. А вот, кстати, там как все уже? Протесты кончились? Нет, ЗП 500 долларов, не мужик. Я на попеченьке разрешил после фера. Давайте, Арчек, да. Ну, пойдем уже. Так, все там на деревяшках стоим, никуда не дергаемся, да. Ты иди. Угу. Нет, стоп, Карас, ты готов? Да, все готовы. Давайте я ДБМ даю. Грипаешь черепочек. 4, 3, 2, Лост, ты за ним 1. Сразу идешь, грипаешь черепочек еще. Гудлик, к нам его. Керу. Так еще ближе желательно грипнуть, нет? Да там чаршнулись в него. Кто-то. Лок, например, наш. Лок? Войт пал. А, БР надо к паладину. А, Карас. Сейчас меня сложат. Так, блядь, ну конечно, блядь, хуяно пробежал, блядь. Да тут можно, наверное, походу, по новой. Да подожди, еще нет, еще нормально. А бой так колбит? Сейчас 2 секунды у Рушки. А, исполина упала, да. Исполина упала. Бой, ты упала, я упал. Ну да, да, да. Никогда не бегите. Не, все понятно. Давайте падаем, да и все. А, блядь, кто клетку закрыл? Почему выйти нельзя? Все будет. Так. Заходите под фарбу. А, Войт, как ты умер? Ага, да, то есть это подводит меня к следующему вопросу. Какого хуя ты туда подошел? Уи. 50 метров тебя бы ничто не кастанули. И Войт, ты держись сначала, ну, на расстоянии, прям далеко держись. Потому что я сначала прожмусь, отключусь сам, насколько возможно. Уже потом смотри. Я
хотел как лучше, наехали как обычно. Как обычно, конечно. Невер, косяк за косяком. Ничего не меняется. А я здесь при чем, блин? Ладно, рыбу поставил. Кто-нибудь там, кто рядышком поговорите, чтобы они сразу пришли. Пока рыба поймемся. Почту Джиса поставил заранее. Спасибо. Что можно? Будет по пути напишу. Да, можете отправить Санта-Клаусу письмо. Невер, все ты свою гильдию организовываешь? Че ты там салюта? Костер с рыбой свой поставил. В смысле, не знаю, она стояла тут. Обиделся, понятно, понятно. Ну, на ладно. Тебя можно, кстати, обидеться, что ты там выеживаешься, сидишь. Сколько мне здесь гадости говоришь? Понял. Так, а что тут? Ну, хоть дроид появился. Цветы и конфеты до сих пор не получил за прошлый раз. Я подумаю. Ой, там и Энг, и ТКшка, и Вар, все с одной стороны, отлично. Прицепил на схему. Понимаешь, кого тебя забирать оттуда? Любых двух милишников будет прям заебись. Кто у нас? Трич, на тебе я бан фир по дереву вообще, чтобы он у нас ничего не делал. А Лока у нас контролит Нелла плюс Суза. Сначала фиры, потом шипы. Да это мягко плюс Джулия контролит. А ты мага перекинул? Он вообще тут? Ну, он еще не зашел, я так полагаю. Ну, понятно, ладно. Ну, я кинул ему дискорд новый. Да, значит, ему крестик. От крест щипает, и его дейта мягко тоже контролит. Играем так же фарходненько. Потом, если что, разбойник. Давайте рчек. Гера есть, да. Вот, прям, ну да, Исполин, он все-таки КДКшка, он толстенький. Угу, хорошо. Там опасно, да. Так, ну все готовы, давайте. Также гриб первый дайер, второй лос. Ты мягко своего питомца придержи. Пусть его Гудли к нам приведет Лока. Ой, этого ханта. 5, 4, 3, 2, 1. Еще один. Ой, хорошо. Все, можешь потихоньку подходить. Дальше уйди, уйди, дышка, дышка стоит. Сейчас заберу. Дорожку уберу. Кого? Ромбик, ромбик, ромбик. Я... Идите, идите, я поразвлекаюсь с ней. Пусть главное, да, не потеряйте там целая толпа милишников. Я привел нам паладина, все нормально. Не приведи их к нам.
А, к нам не прийти, блядь. Мой крест не ферряется. Не-не-не, Лиандру пофигу, смотри просто там, ну, там 4 миличника, ну, танки на нашем висят. А, не-не-не, этих нет. Их главное не привезти. Ой, у нас маг что-то, по-моему, это просто в стенке стоит. Крестик. Интересно. ГП ему запукал. Угу. Да, это... Пусть стоит, мы, в принципе, не сильно против. Ну, я бы ГП все равно числил. Ну да. То я убить-то можно? Кого? Мага. Нельзя. А, ну давайте, да, да, давайте крестик. Мы можем его оттуда как-то вытащить? Сейчас. Отлично, все. Ой, фир. Пиздец. Так, главное, чтобы до милишников не добежать. Не, недалеко. Отбегите сразу оттуда, ва. Не надо напить. Бегут, бегут, бегут. Неуклюже пешком. Так, трапу, 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 трапу. Не требовали, причем. Кайтим, 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 кайтим. Да. Также крестик доигрываем. Так, я пробую забирать вара к себе на хату. Так, вара оттянули. Кого там еще? То... Так, ДК-шку пробую забирать. Да, тут Маутина еще есть. Сейчас мы будем играть в печеньку после этого. А, вот, просто кайте ее на его. Тут трапа лежит. Маздину таунч на себя. А, вор, от воина тоже. Рога, можешь дизарм дать, Кенроки. Все, вар от меня, на меня побежал, забираю его. Давай мага, потом в печеньку играем. А, ДК-шки морди из нее зайти. Забери с меня. Ой, блядь, мне как больно. ФД упал. А, печенька, печенька. У меня мортал висит. Все, забираю назад его. Блять, он у меня чарджес, козел. Я? Нет. Тяжко как-нибудь забрать их с меня. Обоих. Да я не могу убежать, на ботинках у меня этот. Все, меня сбрили. Да, я и так кайтил, как мог его. Это ж сука в меня. Кто там к вам бар идет, не могу его. Ну, я уже не могу его. Это никак. Мне не надо. Исполин, вара в корни киньте просто, пускай. Да в приоре ты бы не шамана забирал, а этого все-таки мудака. Он вара более душный. Да в корни киньте вара, это он же обидит. Там хэпало бы, кто кому-нибудь, кто-нибудь в касты бы покикал. Войду? Давайте Дайер будет кикать. У него ДПС ниже всех. Так я контролю больше всех, поэтому это... А, ну ладно, 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 все. Ну что, вот именно.
Не, ну Гудлика не вариант ставить. Гудлик криворукий, он только ДПСить может. Он ушел на 10 минут. А, ну вот именно, он еще и ушел при этом. Как бы, но он все равно бы ничего не смог сделать, поэтому... Кенроки, ты? На мне великий след. Да, блядь. С этого берем, я сяду на Павла. Да, мы там по повару уж потом пойдем. Поставил еще трапы. Я не могу, я мертв валяюсь. Кого? Это я поставил. Ну, вару поиграем. Сыграем. Сколько мы уже? Часа три бьемся, да, где-то? У нас кера почти закончилась. Нет, тебя никто не кинет. Не, это точно. Просто тут один анрол, и думаю, что анролит, типа. Ну да, тут, тут, тут. Чего у нас сейчас неразрольная трофея и утешение, все? Ну, утешение эти. Значки, утешение. Трофеи, да, да, да. Я же говорю, трофеи. Бабл снимите, может? У нас нету. У нас нету варов, нету престов. Ну, ждем. Курим, получается. Ух, ебать. Да убьем одну бабу. Пиздец, Эйпенгеру дали. Осторожно. Есть, но хвачек боешка. Как, кстати, Дан, как ты думаешь, по ДПС мы на него проходим? Да, вроде да. Ну, там 5 хилов-то нам не надо будет. Войд в ретрика, Лакрим и Карасп и Главхил прохилят. А что делать?
Кого? Танков кто поднимать будет? У нас два дроида и шаман есть. Чё, тебе нет? Нет, такого нет. Чё это за запрос у тебя? Блин, Варвах? Ты чё, думаешь, рейд мажоров? Да, давай приговор ранролом тогда спекнуть. Чё это такое? Может быть, есть, не знаю. Увал, по-моему, всё умеет чарить у нас. Ты всегда можешь собрать пугары. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобных? Попошки. Пали великие воины. И ради чего? Штаны на Эршаму. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Слушай, Донт, я думаю, может сегодня этот не идти уже, как бы, почти 12. Да, уже я уже сплю. Да, я такой же. Ебать, уже пол-12, пизде. У нас второй рейд, это вообще тяжко. Первый, блин, за 2 часа все проносим. И тут начинается. Ну, мы собирались час лишним. И что, серьезно? Никому больше не нужна шарита?